Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу рассказать о таком способе, который поможет вам избавиться от бородавок. Понадобится нам обыкновенная картошка. Способ этот не быстрый. Берем картошку и разрезаем ее пополам. Вот так. То место, где у вас бородавка, смазываем картошкой. Вот так вот потерли место бородавки. И эту картошку вам необходимо выбросить. Можно ее закопать, но не весной, а то она прорастет. Ну, в общем, выбросить в то место, где оно сгниет. И как только эта картошка сгниет, ваша бородавка пройдет, исчезнет. Сразу скажу, что способ этот не быстрый. Картошка может гнить практически месяц. Но как только она сгниет, бородавка ваша исчезнет. Вот такой необычный старинный способ. Всем здоровья, всем пока!